Здравствуйте. В студии «Вестника Кавказа» Гия Саралидзе и Дмитрий Федоров. И мы, как всегда, говорим о главных событиях футбола, которые произошли за неделю. Иногда мы предвосхищаем некоторые события с разной степенью и долей вероятности. Но сегодня, конечно, хотелось бы начать разговор с очень интересного, на мой взгляд, матча. Достаточно неожиданного для меня по развитию сюжета, ну и закончившегося большим скандалом. Это, конечно же, московский «Спартак» и «Зенит». «Спартак» победил 1-0 благодаря пенальти, который был назначен уже на 87-й минуте к концу матча и ознаменовался еще и стычкой после уже окончания матча. Вообще, что ты, Дим, думаешь по поводу этого матча? Оправдал ли он твои ожидания? Предполагал ли ты, что вот так будут развиваться события, совершенно два разных тайма, первый и второй? Все-таки «Спартак», конечно, если в первом тайме выглядел таким осторожным, как и «Зенит», впрочем, то второй, ну, на мой взгляд, «Спартаковцы» точно переиграли «Зенит», и причем во многом еще благодаря хорошей физической подготовке, на мой взгляд, ну, лучше, чем у «Зенита». Что, да, мне тоже показалось, что «Спартак» физически и эмоционально был готов лучше к второму тайму. Собственно, такая же история была и в матче с «Челси». Там тоже второй тайм был удачный. Карпин как раз отметил, что до перерыва команда не выполнила установку. А вот, ну, после там перерыва... все-таки, Дим, ну, там надо смотреть правде там в глаза. По счету надо смотреть. Да, 2-0 уже, да. «Челси» уже не играл не так, как в первом тайме. Здесь все-таки ситуация была другая. Вот. Мне показалось, что очень ярко сыграло несколько футболистов «Спартака» именно после перерыва. Меня, например, потряс Магиди, то, как он брал инициативу на себя. И Жирков очень правильно отметил в одном из интервью после матча Лиги чемпионов, что «Спартак» стал больше играть флангами, и фланги стали более активными. И мне кажется, что вот как раз за счет того, что «Спартак» максимально использовал именно свои козыри во втором тайме матча «Зенита», ему удалось добиться этого преимущества. Мне кажется, что и в первом случае пенальти должен был быть назначен. Но в конце концов справедливость, можно сказать, восторжествовала. А конфликт после игры, мне кажется, что он достаточно естественный для матча таких команд. И очень верно заметил Карпин, сразу же после этой потасовки моему коллеге в интервью сказал, через буквально несколько секунд после стычки с Денисовым, он сказал, да так, потолкались немножко. В сущности, в футболе это бывает. И вот в этом как раз, мне кажется, ничего такого страшного нет. А вот то, что физиотерапевт «Спартака» ударил Симутенкова по лицу, Симутенков сам по себе еще очень добродушный, миролюбивый человек, и вот так вот на ровном месте ударить человека без какого-то серьезного конфликта, мне кажется, это глупость. Вот это как раз не украсило матч. А то, что чуть-чуть потолкались, покричали друг на друга матом, молодой тренер и задиристый игрок, ну, мне кажется, честно говоря, тоже не видел вот той катастрофы, которая вот в СМИ была, что это безобразие, но это футбол, это эмоции. Действительно, вот этот удар по лицу, конечно, очень неприятно, причем из-под тишка, какое-то подлое, очень все это выглядело. И мне не понравилось, что на его защиту так все встали. Спартаковцы говорили, что мы вообще не знаем, кто это ударил и так далее. Ну, есть повторы, есть там, все снимают. Было понятно, что все равно рано или поздно узнают, кто этот человек. Вот как раз этот человек должен быть примерно наказан, на мой взгляд, просто за свое поведение. И не надо его здесь выгораживать. А «Зенит», конечно, нужно задуматься о поведении Дениса. В «Проспорте» была подборка 10 фактов хулиганского, брутального поведения Денисова. Я поймал себя на том, что не люблю сплетни, не люблю всякие слухи, но я знаю как минимум еще два события, которые вот могли бы быть вписаны в этот топ с участием Денисова, где он тоже проявил себя ого-го как. То есть он ведет себя недисциплинированно, вне поля, он часто подводит команду. И руководство сейчас, конечно, на его стороне защищает для того, чтобы не было дисквалификации. Но впоследствии, если не будут... Да, это может обернуться меры, еще... Он их подведет в еще более сложной ситуации. Поэтому они сами должны быть заинтересованы в том, чтобы Денисов одумался. Сейчас они его защищают. Ну, сейчас вот ну, ситуация, это, наверное, в которой каждый клуб защищает свою позицию, и не пяди врагу, что называется. С другой стороны,
очень накаленная ситуация была перед этим матчем, и она сама по себе, отношения между спартаковцами и зенитовцами еще с знаменитого щелчка, она, прямо скажем, очень накаленная. Но тут еще вот эта вот история в интернете, которая появилась с письмом зенитовских болельщиков с призывом покаяться, к спартаковцам покаяться, мне, и я потом походил по форумам спартаковских болельщиков, конечно, это миролюбие не добавило это, вот это вот выступление. Тут еще была одна история прямо из аэропорта. «Зенит» повезли в офис «Газпрома» к Алексею Миллеру. Была продолжительная беседа. Он показывал красивую инфокарту Европы и России, рассказывал о том, как работает структура «Газпрома». Это, в общем, достаточно важная акция для того, чтобы показать футболистам, за ними стоит огромная корпорация, огромная империя, чтобы они чувствовали, к какому, какой огромной структуре они относятся, какой структуры они являются частью. И я бы не сказал, что это была накачка, но, безусловно, игроки, в том числе и легионеры, осознали важность этого матча, вот в свете того, что их пригласили в офис «Газпрома». И вот по итогам проиграли в первый раз в чемпионате, потеряли, я думаю, что очень внушительный премиальный. Для Денисова, может быть, это было важнее всего, потому что историю, когда его не поставили на полуфинал Кубка России, он был возмущен, что за ротация, там же премиальные были сумасшедшие. Вот, то есть я думаю, что вот это тоже сыграло свою роль. В его поступке. Потерянные премиальные. Да, потерянные премиальные. Это просто катастрофа, это ужас. Вот, поэтому вот все эти аспекты сыграли такую важную роль. Еще бы хотел добавить, Гия. Мне кажется, что раньше футбол обсуждали немножко по-другому. То есть обсуждали, как сыграл тот или иной футболист, ТТД обсуждали, насколько полезен, насколько бесполезен, тактическую схему. Сейчас все обсуждают слова и поступки. То есть сам футбол уже при анализе отходит на второй план. Так было после провала сборной в Мориборе, так вот сейчас было после матча «Спартак-Зенит». Это настораживающая, мне кажется, тенденция. Ну, да, есть эта тенденция, она действительно не самая приятная, наверное, для тех, кто любит футбол как игру. Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе в студии «Вестника Кавказа». Мы продолжим обсуждать главные события. В следующей части мы хотели бы поговорить о турнирной ситуации в чемпионате России, которая сложилась к этому моменту, и о тех, кто может покинуть, и, скорее всего, покинет чемпионат. Ну, там с медалями тоже надо разобраться, хотя там как раз большая ясность.